стало небо Алтая. Смотрите на это, запоминайте вот туда, наверх! Праздничный салют и шоу дронов начинается! Поднимайте свои мобильные телефоны ввысь, потому что такого вы не видели никогда.
Много веков спустя сюда, к подножию горы Синюхи, пришли люди. Бережно и с любовью они отнеслись к этой земле. Развели очаги, возвели жилища, высадили плодородные деревья. Спустя столетия это место привлекло еще одну созидательную силу. В гармонии, с уважением к природе и обычаям этого места, появился здесь курорт. В нем любой странник находил уют и наполнялся энергией. Расцвел золотой край еще сильнее. Возродилось реликтовое озеро. Отовсюду слышался детский смех. Молва о Манжуроке разлетелась по всему миру. Стали люди приезжать, чтобы увидеть место, имя которого в переводе с алтайского – сердце. Красоту алтайских гор и снежных трасс, прошли по заповедным тропам и вдохнули полной грудью его цели.